эти мальчики и девочки. А сегодня я расскажу вам сказку «Зимовье зверей». Шел как-то бык лесом. Попадается ему навстречу баран. «Куда, баран, идешь?» – спросил бык. «От зимы лето ищу», – говорит баран. «А пойдем со мной». Вот пошли вместе. Попадается им навстречу свинья. «Куда, свинья, идешь?» – спросил бык. «От зимы лето ищу», – отвечает свинья. «Иди с нами». Пошли втроем. А навстречу им гусь. «Куда, гусь, идешь?» – спрашивает бык. «Га-га-га-га! От зимы га-га-га-га лето ищу!» – отвечает гусь. «Ну иди с нами!» Вот гусь и пошел за ними. Идут, а навстречу им петух. «Куда, петух, идешь?» – спросил бык. «От зимы лето ищу!» – отвечает петух. «Иди с нами!» Вот они идут путем, дорогою и разговаривают промеж собой. «Как же, братцы, товарищи, время подходит холодное, где тепла искать?» Бык и сказывает. «Ну давайте избу строить, а то чего доброго и впрямь зимой замерзнем». Баран говорит. «У меня шуба теплая, ведь какая шерсть, а я и так перезимую». А свинья говорит. «А по мне хоть какие морозы, я не боюсь. Зарою землю и без избы прозимую». Гусь говорит. «Га-га-га-га, а я сяду га-га-га в середину ели, га-га-га. Одно крыло постелю, га-га-га, а другим оденусь, га-га-га. Меня никакой холод не возьмет, я и так прозимую». А петух говорит. «Ку-ку-ку! А разве у меня нет своих крыльев? И я прозимую! Ку-ку-ку!» Бык видит, дело плохо. Надо одному хлопотать. «Ну, — говорит, — вы как хотите, а я стану избу строить». Выстроил себе избу и живет в ней. Вот пришла зима холодная. Стали пробирать морозы. Баран просится у быка. «Пусти, брат, погреться!» «Нет, баран, у тебя шуба тепла. Ты и так перезимуешь. Не пущу». «А коли не пустишь, то я разбегусь и вышибу из твоей избы бревно. Тебе же будет холоднее». Бык думал, думал. «Дай пущу, а то, пожалуй, и меня заморозит». И пустил барана. Вот свинья прозябла, пришла к быку. «Пусти, брат, погреться!» «Нет, не пущу! Ты в землю зароешься и так перезимуешь!» «А не пустишь? Так я рывом все столбы подрою, да твою избу сворочу!» Делать нечего, надо пускать. Пустил и свинью. Тут пришли к быку гусь и петух. «Пусти, брат, к себе погреться! Ку-ку-ку!» «Нет, не пущу! У вас по два крыла. Одно постелишь, другим оденешься. Так и прозимуете». «Га-га-га-га! А не пустишь?» – говорит гусь. «Так я весь мох из твоих стен повыщиплю. Тебе же холоднее будет». «Ку-ку-ку! Не пустишь?» – говорит петух. «Так я взлечу на чердак и всю землю с потолка сгребу. Тебе же холоднее будет». Ах, что же делать быку? Пустил же к себе и гуся, и петуха. Вот живут они себе в избушке. Отогрелся в тепле петух и начал песенки распевать. Услышала лиса, что петух песенки распевает. Захотелось ей петушиным мясом полакомиться. Да как достать его? Лиса поднялась на хитрости, отправилась к медведю да волку и сказала: «Ну, любезные кумоньки, я нашла для всех поживу. Для тебя, медведь, быка,
Для тебя волк барана, а для себя петуха. Хорошо, кумушка, говорит медведь и волк. Мы твоих услуг никогда не забудем. Пойдем же, приколим, давай едим. Лиса привела их к избушке. Медведь говорит волку: иди ты вперед. А волк кричит: нет, ты посильнее меня, иди ты вперед. Ладно, пошел медведь. Волк с лисой услышали крик, да бежать. Ну что было мне? Этакого страху отродясь не ведовал. Только что вошел я в избу, откуда и возьмись, баба с ухватом на меня, так к стене и прижала. Набежала народу пропасть. Кто бьет? Кто рвет? Кто шило в глаза колет? А еще один на брусу сидел, да как кричал: подайте сюда, подайте сюда. Но если подали к нему, кажись бы, и смерть была. А вот и сказки конец. А кто слушал, молодец. До свидания, мальчики и девочки. Пока-пока.